Крымская война закончилась поражением России. В Париже подписали перемирие, а в семье князей Голицыных в это время праздновали десятилетие маленького Лёвы. Кто бы мог подумать, что благодаря этому человеку спустя 45 лет Россия заставит капитулировать самую непобедимую французскую армию – армию виноделов. Лев Сергеевич Голицын родился 24 августа 1845 года. Он происходил из древнего аристократического рода князей Голицыных, чей герб украшал пророческий девиз «Вир эст вис» – «Было, есть, будет». Пройдут годы, и именно этот геральдический знак появится на знаменитых подвалах Нового Света, на этикетках лучших отечественных вин. Еще подростком Голицын решил посвятить свою жизнь правоведению. Однако «шерше ля фам», как говорят французы. Да-да, именно встреча с женщиной, Надеждой Херхиулидзе, изменила жизнь Льва Сергеевича. Она привила Голицыну любовь к Крыму и, прежде всего, к имению своего отца в Новом Свете. Голицын сразу полюбил это место и стал изучать климат Нового Света, сравнивая его со средиземноморским. Оказалось, между ними очень много общего. Почему бы не попробовать выращивать здесь виноград и получать из него достойные вина? Покорение Нового Света Лев Сергеевич начинает с посадки 25 западных сортов винограда. Приглашает для работы лучших виноградарей, постоянно консультируется с зарубежными специалистами. Одновременно строятся подвалы для хранения вина. За 4 года в толще горы были высечены подземные галереи общей протяженностью более 3 километров. Мечтой Льва Сергеевича было пробить тоннель до большого грота в горе Кабакая. Вот тогда-то, пройдя по галереям, можно было попасть в главный дегустационный зал, сделанный самой природой. Этот проект, к сожалению, так и не удалось осуществить. Зато к гроту вела пешеходная тропа, проложенная Голицыным по обрывистому склону горы, а сам грот действительно стал лучшим местом для приема почетных гостей. В это время император Александр III предлагает Голицыну должность главного винодела в имениях удельного ведомства в Крыму и на Кавказе. В 1894 году началось строительство главного массандровского подвала выдержки вин, ставшего лучшим сооружением подобного рода в России. 7 тоннелей, каждый длиной 150 метров, расходились веером от главной галереи в толщу горы. Постоянная температура создавала идеальные условия для выдержки десертных вин. Вместимость подземных тоннелей достигала 350 декалитров. Дополнительно были построены несколько галерей на миллион бутылок. Вот что рассказывалось в путеводителе по Крыму, выпущенном в Москве в 1902 году. Главный массандровский подвал – одна из выдающихся достопримечательностей Ялты. По трудности постройки, по законченности выполнения, он является одним из первостепенных учреждений этого рода в мире. В то время в Москву ввозилось много заграничного вина, несмотря на высокую цену, зачастую не очень хорошего качества. Голицын, дабы показать товар лицом, распорядился открыть двери крымских подвалов, организовав экскурсии и дегустации массандровских вин для всех желающих. Это мероприятие имело огромный успех. Значительно увеличился сбыт вина, в том числе и в Россию. Продукция массандры была признана в Европе. Однако Голицын не хотел останавливаться на достигнутом. Ему никак не давала покоя идея создания русского шампанского, не уступающего французскому. В итоге Лев Сергеевич подает прошение об освобождении с должности винодела массандры, возвращается в Новый Свет и продолжает свои изыскания.
Параллельно Голицын осваивает пустынную местность близ деревни Таклук. Преобладающие здесь каменистые почвы, богатые кремнием, считались особенно ценными для производства шампанских вин. На месте современного Архедерессе были заложены 32 десятины виноградников. Будучи превосходным оратором, Лев Сергеевич убеждает заняться виноделием князя Горчакова, сына знаменитого русского дипломата и канцлера. Горчаков покупает Архедерессе и 11 лет заочно финансирует его развитие, поручив управление Голицыну. Тот высаживает в Крымской Сахаре более 100 гектаров различных европейских лоз, строит здесь завод и винные подвалы. К сожалению, климат здешних мест оказывается тоже не идеален для шампанского. Но именно здесь, в Архедерессе, винодел создает превосходные десертные и крепкие вина, многие из которых удостаиваются золотых и серебряных медалей на выставках и конкурсах. Голицын не сдается и продолжает работу над созданием шампанского. Он покупает в Европе специальное оборудование, бутылки и пробки, выплачивает огромные суммы французским специалистам и терпеливо выслушивает их поучения, слышит усмешки заморских знатоков и все-таки добивается своего. Чтобы получать хорошее вино, нужно понимать значение почвы, климата. Нужно уметь делать вино. Нужны подвалы. Нужен правильный уход. А главное, нужно создать людей. Сколько будет стоить человек, столько будет стоить и вино, говорил винодел. Однако мало получить результат. Нужно, чтобы его признали во всем мире. Как убедить Францию, родину шампанского, страну, где виноделие – вторая религия, в том, что где-то в далекой России можно сделать вино, не уступающее европейскому? Голицын понимает это и идет на хитрость. В 1900 году на конкурсе вин он преподносит на суд комиссии новосветское шампанское под французской маркой «Мум». Эксперты приходят в восторг, восхищаясь напитком, единогласно дают ему высшую награду и узнают, что шампанское изготовлено не во Франции, а в России, в Крыму, в имении «Новый свет». Авторитетная комиссия в замешательстве, подлог, обман, как он посмел! Но ведь вино-то, вот оно, настоящее, великолепное, его можно попробовать и еще раз восхититься! Трудно представить, что пережил в те минуты Лев Сергеевич, ожидая как приговора решения зарубежных экспертов. Справедливость восторжествовала. Комиссия признала новосветское шампанское лучшим среди всех представленных. Голицын получил свою самую дорогую в жизни награду, высшую награду, которую могут заслужить вина – кубок Гран-при. «Мое заветное желание, — писал Лев Сергеевич, — чтобы все сделанное мною служило усовершенствованию русского виноделия». В 1915 году, в возрасте 70 лет, Лев Сергеевич скончался от пневмонии. Похоронили его в фамильном склепе рядом с женой. В советское время захоронение было варварски разрушено, а останки великого винодела, ровно как и его все богатства из художественной коллекции, были утеряны. Однако вклад Голицына в крымское и отечественное виноделие и сегодня считается бесценным.